Сыктывкарский «Строитель» первым опробовал лед республиканского стадиона. Хоккеисты попали практически с корабля на бал. Первую тренировку для наших ребят тренерский штаб назначил спустя всего несколько часов после прилета из Швеции. Занятия носили втягивающий характер. Две группы игроков отрабатывали стандарты, остальные играли двусторонку. По словам наставника сыктывкарцев Павла Франца, сборы прошли успешно, и к чемпионату Суперлиги команда подходит в боевом настроении. Все то, что мы запланировали, в принципе, мы выполнили. Мы провели две полноценных тренировки по приезду в Юздаль. Начали турнир XT, который проходил в этом городе. Втягивались тяжело в турнир. Первая игра была такая тяжелая для нас, для некоторых. Это была даже первая игра на таком международном уровне со шведской командой. С каждой игрой мы прибавляли, прогрессировали. И к концу уже турнира мы выглядели достойно. И тренировочный заключительный матч с Юздалем мы, в принципе, даже и выиграли. На хорошей ноте мы закончили турнир. В Суперлиге российского чемпионата, напомню, сыктывкарский клуб стартует 4 ноября домашним матчем с новосибирским «Сибсельмашем».